Это Олеся. Всем привет. Вы на канале? Это Олеся. А куда это мы смотрим? Что это у нас там такое? Не знаешь? Домик. Домик. У нас сегодня кукольный домик. Он такой большой, что даже не поместится, наверное, в камеру. Вот. Вот тут такая мебель. Вот такой домик. Вот такой. Всем привет. Всем привет. Сейчас мы будем этот домик открывать. Сейчас мы будем этот домик открывать. Дай. Здесь у нас есть, собственно, вот сам домик в такой коробке. Покажи. Для этого домика есть вот такие куколки. Куколки и мебель. И здесь еще в одной коробочке есть еще вот всякая мебель. Сейчас мы это все будем доставать. Давай, достаем куколок. Что это? Это телек. Да, вот это телевизор. Вот такой телевизор. А, это что, Алис, ты не знаешь, что еще там? Смотри, вот это что? Как ты думаешь, что это? Дядь! Это холодильник, Алис. Холодильник. Это холодильник. Для чего холодильник нужен? Ам-ам, конечно, там храним продукты. Чтобы ам-ам. А вот, смотри, это маленький какой-то столик совсем. Совсем вот такой маленький столик есть. Понятно. Это рояль, чтобы играть в музыку. Как играть в музыку? Ля-ля-ля-ля, пианино большое такое. Это рояль называется. Что есть еще у нас? А, это камин. Смотри, как на покажу. Покажи стул. Что это тоже стул. Сколько стульев у нас всего? Вот еще стул. Вот еще. Посчитай, сколько стульев есть. Это стол. Посчитай стулья. Сколько стульев? Четыре стула. Умничка. Четыре стула. Хорошо. Смотри, это диван. Алис. Это диван. Это еще один маленький диванчик. Это мама. Это папа. Это кукла девочка. Да. А это собачка. Смотри, Алис, даже собачка у них есть. Вот такая маленькая. Смотри, какая хорошая. Смотри, у них есть собачка, как у тебя. Так, мы еще не всю мебель достали. Мы еще не достали лампу. Диванчик еще вот такой побольше. Это у нас кухня вот такая. Отдельная на кухне у нас. Есть микроволновка, посудомойка, все, что нужно. А это обеденный стол. Сейчас мы достанем сам домик наш из коробки. Вот такой вот у нас хороший домик. Смотри, он вот закрывается. Вот такой домик. Вот. Он вот так вот закрывается. Ключочек, смотри. Открывается. Домик. А смотри, ты знаешь, что еще есть в этом домике? Алис, подожди. Подожди, давай я тебе покажу. Смотри, ты знаешь, что в этом домике есть еще звонок. Ну-ка позвони в звонок. Где звонок? На двери. Посмотри, там есть звонок. Вот здесь на двери есть звонок. Ну-ка позвони. Ой, кажется, кто-то пришел. А, и собачка лает. Потом
потому что звонок зазвонил, и собачка залаяла. Вот, на этом домике есть вот такая кнопочка «Звонок». Когда мы звоним, загораются лампочки. Звоночек. Ну что, нам нужно... Теперь нам нужно всю мебель поставить внутри в домике. Слышишь? Открывай двери. Осторожно. Смотри, давай мы внутри мебель поставим в домике. Нужно поставить всю мебель в домике. Так. Это мама домой пришла? Мама пришла, ура! И все придут домой. Давай, ну-ка всех заведи домой по очереди. Открывай дверь. Здравствуй, мама, заходи. Ну вот. Вот такой у нас есть домик, и вот такая для него мебель. Но пока что нас больше всего интересует дверь и звонок. Так, мама пришла домой. Ну-ка, давай папа теперь пришел с работы. Вот, папа пришел с работы. Открывай папе скорее дверь. Он хочет прийти домой. Он устал после работы. Что такое? Папа не помещается. Нам нужно две двери открыть. Смотри, одну и вторую. Теперь папа зашел домой тоже. Вот. Папа зашел домой. А теперь пришла девочка, смотри. Она ходила в школу и пришла со школы. Ну-ка, позвони-ка еще. Теперь домой пришла девочка. Собачка гавкает. Давай, девочка тоже зашла домой. Вот, заходи, девочка, домой, заходи. Вот, все пришли домой. Ну вот. Собака. Собака. Так собака дома уже. Кто же это лает все время тогда? Ну хорошо. Собака тоже пришла. Собака пришла. Ну заходи, собака, скорее. Заходи. Вот. Ну вот. И собака пришла. Все дома. Ну вот. Есть у нас такой домик. У нас есть для домика вот такой телевизор. Что еще есть, Алиса? Вот такой диван, камин, давай сделаем им гостиную, телевизор, диван, вот здесь камин, здесь еще два маленьких диванчика, это гостиная, и вот здесь лампочка. Они смотрят мультик, хорошо, сядь на стульчик, они будут смотреть мультик, давай мы их посадим. Мама сидит на этом диване, папа сидит вместе с мамой. Вот, мама с папой на большом диване, девочка на маленьком. А где собачка? Собачка не смотрит мультик разве? Нет, собачка, иди смотреть мультик скорее. Вот здесь у них телевизор. Вот и собачка тоже смотрит мультик. Вот, она сидит вот в этом кресле. Они все греются у камина и смотрят мультик. А мы пока им построим вот здесь вот в сторонке кухню. Когда они посмотрят мультик, они пойдут готовить, кушать. Скорее кушать. Вот здесь стулья. Смотри, лежат вилочки на столе. Вот, как раз 4 стула, потому что для собачки тоже нужен стул. Для мамы, для папы, для девочки, для собачки. Здесь еще столик с журналами. Нет, не сгибаются ноги. У этих куколок не сгибаются ноги. Но это ничего, можно все равно вот так дать вот так. Хочешь посадить ее на стул? Да. Вот так, смотри, она сидит на стуле, кушает. Кушает. В холодильнике хочешь что-то взять? Собака тоже кушает. Кушай тоже, собака, кушай. Нет, собака не тут кушает, правильно, собака не тут кушает. У собаки своя мисочка есть.
Покушала девочка, пусть она пойдет на пианино поиграть, смотри. Вот это стульчик, чтобы... Все, девочка покушала, отдохнула, посмотрела мультик, теперь пошла играть на пианино. Как она играет? Спой песенку какую-нибудь. А музыки я не слышу, пой музыку. Вот, поиграла? А вот, очень хорошо. Вот такой вот домик, вот такая мебель. Теперь мама и папа. Ну, давай скажем всем пока, и потом мама с папой пойдут тоже кушать. Алис. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Планета Алис. Это...